Это ближайший квартал к океану. Вот там, видите, автомобильчики движутся. Это буквально домов 6-7. И вот тут у нас, мы в Санта-Крус, я напоминаю, значит, продается домик. Он здоровенненький такой. Стоит он 1 600 000. Это мастер-бедрум с выходом на улицу. Да, там у нас выход на улицу. Так, довольно просторный. Тут коллекция лошадок потрясающая. Так. И туалетик небольшой. Домик в таком состоянии не идеальном. Они, безусловно, никакого такого ремонта специального не делали. Так. Окей, сейчас пойдем на второй этаж. Там есть другой человек, который может рассказать больше о возможностях этого хозяйства с точки зрения там, вот за сколько сдаются и так далее. Тут вот еще туалетик. Это все эстетика, я бы сказал, конца 60-х. Вот так. Если бы меня спросили, когда это построено, я бы на глаз сказал, где-нибудь 68-й. А может и раньше даже. Так. Еще один бедрум. Вы видите. Миленько. Миленько. Так. Движемся дальше. О! Ну, без пианино обойтись не могло. Так. Тут вот... Ой, гитарка, смотри-ка. И гитарка. Так, ну-ка. Настроена. Так. Кухня. Ну, скромненько, да, так вы видите сами. Скромненько. Неожиданно для кухни. Вот это стирально-сушильное хозяйство прямо на кухне, это довольно необычно. Так, ну что же. Давно, друзья, давно уже не встречаешь швейных машин в домах у людей. А ведь было время. Так, может, даже кто из вас помнит. Так, вот у них тут дворик такой. А дворик тоже с каким-то домиком. А, это был гараж, наверное. И они его конвертировали во что-то жилое. Я понял. Так, интересно, туда можно проникнуть или нет? Так, непонятно. Нет, закрыто. Ну, ладно. Не будем нарушать прайвеси. Вот видно, вот эта вот присыпочка коричневая, она новенькая, только что присыпали вот именно для целей сдачи, ну, в смысле продажи. А вот видите, у людей там все зеленеет. Сяло, однако. Так, закрываем. Выход на улицу. Пошли дальше. Ага, это вход, мы оттуда пришли. Ну, теперь пошли наверх. I would say $3,000 a week downstairs. I'd say $4,000 a week. Светлана отвечает на вопрос, почем сдается. Вот я слушаю, подслушиваю. Говорит, нижняя часть в неделю за 3 000, а верхняя за 4. Если сдавать на недельной основе, что на самом деле легче, чем там, на месяц. Тут много желающих на неделю отпуск провести. Так, это вот такой симпатичный был бафрум. Давайте мы его еще раз вот так отсюда посмотрим. Там еще, видите, сверху. О, какие. Проникает свет. Так. Мило. Вот там, слушайте, какая потрясающая буржуйка стоит. Видимо, газовая печка. Судя по тому, что там к ней подходит. Из стены. Видимо, это газовая печь. Так. Так. Ну что же, идем дальше. Вот отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли.
Так, тут у нас. So I can have voices so people want to take photos. So yeah, no, I think it'd be easy to do it in the little unit in back. I mean, that's not permitted, but it's a garage, but. Вкусняшки кладут, чтобы народ послушал. So keep it a little studio, yeah, it's got cork floors, and it's got like a little kitchenette, and a little kitchenette in there, and a full bathroom, though. Mm-hmm. And that was a garage, so on that, so we'll go from there. Лампочки красивые. You said that the little area can be rented for the 500 per month? Oh, I would say Bell's being conservative 13. It rents for 30,000, because our client just as much as she knows. But no, I think it'd be close to 15. I think if you went over 15, it might be a little bit better. No windows, no air, oh my God. Yeah. It's kind of like in Tokyo, you know, people have like little places they rent, where they really take a nap during the business day and they go back очень to work. Простую, I mean, and it's like, it's they're about these big, they have like a little mat, and they sleep, and they have like a little computer switch, but then they go, then they go back to work. Пошли на улицу. Вот у нас тут. Ой, ребята. Вот он, океанчик-то. Вот он, родной. Вот он. Буквально сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Шестой дом от океана. И так все это здорово видно. Смотрите, как хорошо. Вот. Ух ты. Сосед какой симпатный, знаешь. Говорят, покажите современный дом. Вот это явно выглядит как современный. Хотя современный труднее продать, если дойдет до продажи. Намного сложнее. Так. Так. Ну, что-то такое у них тут есть вот сверху. Нельзя сказать, чтобы это было чем-то таким грандиозным. Ну, так. Надо сказать, что участки небольшие, вы видите, вот он вытянутый немножко, но в общем в ширину так совсем небольшой. Совсем небольшой. Like when you were going through, and then you know, I remember going through Germany, шапки, going over to Italy, they stopped the train and had people у нас возникла беседа милая с риэлторами по поводу Восточной Европы, Советского Союза, России, Москвы. Yeah. And right now it's so funny, like, you know, you drive the car.